последние годы Республика Узбекистан становится одним из ключевых иностранных партнеров Самарской области. В регионе есть предприятия, которые уже реализуют серьезные взаимовыгодные контракты на территории республики. За последние 5 лет очень много было взаимодействия между бизнесом, бизнес-миссии и со стороны Самарской области, со стороны Республики Узбекистан. Как я уже сказала, осуществлялись более 20 раз. Особенно активно развиваются отношения в области молодежной политики. Идеи развития партнерства в этой сфере и предложили представители делегации Республики Узбекистан во время первой встречи в рамках своего визита в Самару. Несомненно, это стало возможным благодаря стратегическому курсу, заданному президенту Республики Узбекистан и президенту России. По предложению гостей будет рассмотрена возможность проведения нескольких молодежных форумов с участием молодых ученых и студентов из Самары и Узбекистана. Кроме того, особое внимание будет уделено организации в Самарской области консультационных и образовательных мероприятий для трудовых мигрантов из Узбекистана. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.